Ольга, Даніель, і Аня, у вас є зараз можливість задати один одному запитання, дізнатися більше один про одного. Ти спалася з Топчуком? Відповідь очевидна, запитання від Ані. Танці чи голос? Голос. Она должна ответить правду, да? Только правду. Так. Окей. Выбери, что из этого остается, а что исчезает. Женский квартал и модельный бизнес. Женский квартал остается, модельный бизнес. Прощай! Супер, теперь у меня очень жесткие вопросы. Покажи татуировку, сделанную по пьяни или которой жалеешь. Ого. У меня таких нет, я могу просто показать. Да. По пьяни вот это. Это все, а остальные по-трезвому. Я просто сам их себе делаю, и поэтому они такие корявые. Ти спала з Леною Кравец? Ні! Нас всі запитання буде, з ким ти спала. Яка різниця? Мої питання. Що хочу, то і роблю. Подождите, зараз я. Що ти потратиш, якщо у тебе буде мільйон доларів? На що я потрачу? Отдам їх. Нічого не отдам. Мільйон доларів я знайду случайно? Ну так, да, от представь, от знайшов сумку. Якщо знайшов случайно, то отдам. Нічого не оставлю собі. Да, детям, старикам, не знаю, все равно найду, придумаю, создам какую-то компанию, которой надо будет отдавать деньги. Кто умнее, женщины или мужчины? Конечно, женщины умнее, мужики вообще отстой. Сколько дней мог не принимать душ? Максимально, да? Сколько я не принимал душ? Окупаться в море считается за принять душ? Там мыло было? Нет. Шампунь, ну тогда не считается. Тогда 6 дней. За яких це обставин було? Це була студреспубліка, студенческая республіка в Євпаторії, а ми поїхали не туди, не на територію со студентами, а рядом просто розбили палаточний городок і просто там жили. Наше покупатися було, ну, якщо ти в морі, ти покупався. Згодно, бо теж було на студреспубліці. Я зараз до сих пор в Дніпро зайшов, вийшов, ребята, от я знайшов. Що би ти зробила, якщо ти проснулась утром і поняла, що ти мужик? Расстроилась бы. Хорошо, что бы ты сделала, если ты проснулась с большим пенисом, мужиком. Пошла бы делать операцию на девочку обратно. Девчонку я краще буду, не с хлопчиком. На необитаемый остров. Три вещи, быстро. Что возьмешь? Пособие, как выжить на необитаемом острове. Однозначно взял бы девушку. Желательно очень молодую, чтобы с ней состариться прямо там на острове и не жалеть о том, что она старушка. Шучу. Нет, пособие, спички и очень-очень-очень-очень много антибиотиков. Вспомни последний раз, когда тебе было стыдно, капец. Але честно отвечаем. Мне было стыдно, когда я не отгадала на программе Дарт Вейдера. А до этого? Что мне было стыдно? Блин, недавно мне было стыдно. Мне было стыдно, мне недавно узнала девочка в автобусе. Подошла и говорит, вы Валерия женского квартала? Я говорю, ну да, я женского квартала. Она говорит, у вас есть коты? Я говорю, да, есть кошка. Она говорит, уберите клок волос с вашего рюкзака. Это реально было 2 дня назад. Если бы ты был женщиной, с каким украинским артистом ты бы хотел переспать? Если бы я был женщиной, с каким украинским артистом я бы хотел переспать? Наверное, женщина. Можно я могу, если ты женщина? Если женщина, тогда Даниэль Салем. Потому что он вкусно пахнет рядом с детства. Но это же, ну, мне кажется, что женщинам нравится такое. Такое. Ну просто, если бы я был женщиной, то мне бы, наверное, нравилось такое. Ну ладно, но я бы такое не выбрал. Был секс в общественном месте? Конечно. И в каком? Ну, если говорить правду, то уже до конца. Точно? Точно говорить это? Я не могу это сказать. Ну давай. Я не могу, я не умею врать. Вся аудитория чекає. В музее. В музее? Да. Нормально, эстет. Следующий вопрос, провокативный. Звезда, давай. С которой ты не можешь находиться в одной комнате, в одном помещении, просто бесит тебя нереально. А я знаю, кто. Скажи правду. Нету таких. Я бы, если ты намекаешь на Анатолия Анатольевича, я бы с ним находился в одной комнате все интервью. Все время, я бы находился всю жизнь. Все время. Он лучший из людей. А с которым не могу находиться, который бесит. Да, я сейчас вспомню. Украинские, да? Да. Сейчас я придумаю кого-нибудь. Зачем придумывать? Не, я просто пытаюсь, мне никто не бесит, мне все нравятся. Ну да. Хорошо, тогда принимается такой хорошо, ответ. Тогда ты.
ты. Так у нас начинается уже батл. Хорошо, тогда тебе ненавижу тебя. Вопрос, чтобы вообще унизить Валентина. А давай. Как часто ты писал на людей? Після дізнання про Студ Республіку вже нічого не страшно. Давай, Студ Республіка, раз. Щас скажу. Ну, може, три. Три рази, Валентин Міхеєнко. Ну, це було обоюдно і по приколу. Що, ні з ким такого не було? Спасибо за це прекрасне інтерв'ю. Я меняю своє мнение. Я ненавижу ее, не могу с ней находиться в одной комнате. Этот вопрос придумал мой жених. Человек, на которого я пиздил.